Всем привет! На этой неделе Tesla выпустила очень классный ролик, показывающий работу и эффект HEPA-фильтра. Так получилось, что буквально несколько дней назад, когда Андрей устанавливал мне автоматизированный доводчик капота, мы наткнулись на этот самый HEPA-фильтр и немножко разобрали его. Давайте посмотрим, что там внутри. Стали ставить фильтр, скорее всего. Вот здесь вот стоит, я думаю, вот мы сейчас вскроем и посмотрим. И там, скорее всего, стоит типа HEPA-фильтра, который от там смога, не знаю, закрывает. Потому что в американских машинах его нету. Вот эта штука очень прикольная, кстати. Я бы вот, ну, всем ващикам порекомендовал бы вот реально эту штуку. Если там фильтр... Ты думаешь, на ну, на Америку можно будет докрутить? Конечно. Да я знаю, как она сделана. Я прям... Походу, очень грязно. Ну, смог проблема Пекина. Да не, они с Китая же, с китайского рынка и начали вот эти все фильтра там заморачиваться. Я даже читал, что они вот этот HEPA-фильтр хотели делать на Model 3, что ли, на Model Y. Ну, на Model 3 там вообще его просто вот тупо физически некуда засунуть. Вот такой. Ладно, да, там посмотрим, проверим. Мы, честно говоря, не в курсе, что тут происходит. Но да, тут оказался фильтр. Нормальный такой фильтр. Причем, смотри. Четыре. Четыре фильтра. Посмотри, раз. Раз, два. И это все надо менять время от времени, конечно, вероятно. Так, порт номер это вот это вот у нас. Да, да, да. 165-83-76-00А. Он прям тяжеленький такой. А вот, ЦУК 46025. Это фильтра делает им компания MAN. ЦУК это их, вот этот номер 46025, это будет вот, по неоригиналу номер. Ага, а слева вот тесловский. Да, ну то есть можно вот это брать, и это будет 100% то же самое. С Теслой каждый день сюрпризы. А под ней мы видим... А тут все так же, как в американской машине. Абсолютно различно. Вот у них вот так вот сделано, а вот этой штуки нету. Это вообще классная вещь, на самом деле. Мне кажется, для России тоже актуально, не только для Китая. 100%. Шикарно. Я бы как бы рекомендовал. Место, оно должно ставиться. Опа. Фильтра бывают двух типов. Бывает та стрелочка, которая показывает, что это верхняя сторона, а бывает стрелочка, которая показывает направление потока воздушного. Вот здесь вот написано просто, что стрелочкой вверх. В описании к видео я укажу порт номера Tesla и MAN для заказа этих фильтров. Подписывайся на канал, дальше будет еще много интересного. Классно. Просто классно.